Как повезет. Всем привет! Сегодня мы катаемся в Севастополе. Трасса «Спутник». Погода хорошая, но немножко грязно. Посмотрим, как на трассе. Забег со шваброй считается за разминку. Все, давай. Пымс. Держак на пределе, на самом деле. Ух ты! Держак, кстати, охуенный. Не знаю, я не почувствовал его. Пробился? Ёпт! Сука! Ну, вообще, не совсем то, что хотелось, честно говоря. Как бы не едешь, а плывешь. Не, оно весело, но не то. На трассе сейчас такая грязь, которая губит весь накат и не дает сцепления, наоборот, все как бы как по льду, ты едешь, скользишь. Поэтому сейчас попробую уговорить ребят поехать в Балаклаву. Со мной сегодня мой новый эндуро друг Павел. Вот его велосипед. Как видите, Павел жесткий пацан, гоняет без подвески и на 26 колесах. Павел раздобыл себе еды. Здесь нет банана. Во сколько звезд вы оцените этот магазин? Две из скольки? Из десяти. Хуп. Вау. Что там, Да ты чё? Ебой. Две секунды еще, братан, хуяк. На все бабки. Все.